Ну вот, сегодня у нас продолжается день. С утра каждый свою выполняет работу. Здесь вот я решил калиткой заняться. Она у меня тут была, держалась на сварке, ну и отпала. А сварки у меня нету. Вот, и пришлось, решил доску тут столбу там прикрепить. И тоже к самой тоже этой калитке сделать бруски. Потом уже только после них навешать вот такие вот навесы сделать. Это будет отлично. Все, тоже сейчас скоро буду делать. Просто решил показать, кто какую работу выполняет здесь. Вот у нас трудится наш отрок Максим. Так, Максим, давай покажи, как ты трудишься. Как ты это с этим сорняком борешься? Вон уже сколько сорняков. О. Вот, а здоровый, да, ты хороший сорняк сорвал. Молодец. Все, давай. Вон он, крапиву. Что, прожарила? Значит, вторую бери в руку тоже. Нет, двойную бери, двойную. Ну, вот двойную. То есть вот, вот так вот, смотри, одну одеваешь на руку, вот ту одень на руку. На, держи. Одевай на руку. Ты ее неправильно надел. Вот так вот одевается. А, да, да. Вот этим крапинки вовнутрь, вот этими, всегда одевается. А это вот так вот возьми в руку, вот так вот, и сквозь нее вот так и рви. Сквозь нее. Вот она, крапива, вот. Внизу берись, внизу. Во, вот так, видишь, все. То есть как крапива встречается, ну ты вместе с перчаткой выбрось. Поднимай, пойдем. А может вот так сделаем? А можешь сверху одеть? Да, вот так сверху. Сверху можешь одеть, да. Ну у тебя есть, у тебя пальцы-то маленькие, ты, тебе плохо будет, наверное, одевать-то. Но это только когда крапиву будешь, а так тебе неудобно будет дергать. Она будет толстая, тебе неудобно будет дергать. Только когда крапиву будешь дергать. А остальное так, одной перчаткой. Вот ты ее выдерни до конца, пока у тебя двойная. И все. А с утра он уже тут, они с бабой пособирали жуков, тут в разных местах у нас. А вот тут брат приехал, который у нас сегодня с утра, его встречали. С поезда. Вот, он здесь вот косит с помощью триммера. Вот, обкосил всю эту территорию. А где репей корни, он уже тут лопатой прошелся, чтобы поглубже их в землю срезать можно было. Вот здесь у нас козлик. Вот он уже сегодня до обеда, сейчас вот, час до обеда еще остался, чуть меньше. Потому что такую территорию прокосил. Тут, вот, пока я другие участки прокашивал, убирал там на огородчике везде траву. Здесь вот уже такая вот крапива выросла. С меня ростом, даже выше. То есть, тут земля плодородная, хорошо все растет. Что он говорит? Он говорит, я деревенский, то есть работу все знают, это деревенский. А там, брат, это, там железо лежит, аккуратней. Угу. Ну вот окно, вот, которое было разбитое, кто-то залазил. Ну, так вот, в принципе. С Божьей помощью и трудимся. Ну, а Марина там на кухне чебарничает, как Игнатий Тихонович любит говорить это слово, чебарничает. Чеснок не трогай, только. О, а сильно-то не пуляй его. Так, откинул чуть-чуть в сторону, да и все. Здесь вот она помидорки подвязала мне, помогла. Нижние листочки уже оборвала, чтобы верхние брались соками. Это бутылки с водой стоят, нагревается вода в них. Так вот. Вот
такие вот лопухи растут. Даже некоторые больше были. Это я оставил для примера. Тоже сейчас лопатой надо будет срезать. Вот сам у нас такие бездельники дневные. Это коты. Да, белый? Только лежат. Больше ничего не делают. Не знаю, может ночью трудится, а днем отдыхает. Ночную смену. Ну вот так вот, в принципе. Слава Богу за все. Аллилуйя.